Вашему вниманию упражнение в парах. Задача. Два игрока стоят в центре поля, между ними мяч. Этот мяч тренер катит по центру до ворот. Задача игроков стремиться первым до мяча и забить гол. Кто забил, тот победил. Поехали! Есть! Марк ползает. Следующая пара. Мяч где? Следующая пара. Приготовились. Поехали. Снова ударили. Пустые. Что? Да. Следующая. Крупский. Это Никита, ползаешь. Следующая пара. Не спим. Готовимся уже. Мяч уже готовится. Где ты стал? Где я объяснял стоять? Нет. 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 Ползать. Оба ползать. Следующая пара. Вот так вот стоять. Ну, я объяснял. Следующая пара. Отойди. Готовы? Поехали. Хорош корпусом. Левенькой можно бить. Зачем под правую в игрока разворот? И не забьет. А нет, забил. Молодец. Вот такое упражнение.